И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас Mad City, будем играть заключенных, пытаться заработать бабок, может даже что-нибудь и ограбим. Димочек, поздравайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. У Димочек какой-то грустный голос, а ну-ка улыбнись. Вот, мне нравится, ну что? Я не знаю вообще, ни способности, ни летать, ни прыгать. А, не, прыгать можно. Хитрость, Димас, хитрость и умение... Ого, он что-то делает. Нам все поможет. Нам теперь надо сбежать отсюда? Да-да-да, надо сбежать. Давай немножко расскажу, что тут можно делать вообще. Смотри, видишь коробочку, Димас? Ну? Открывай ее. Из нее у тебя высыпется экспишка и предмет какой-то. О. Да? Экспишку дали с предметом? Предмет дали, да. О, отлично. Короче, пойдем отойдем. Контрабанда да, у меня какая-то есть. Вот, да-да-да. Смотри. У меня есть веревка. Оп, заныкал. Да, контрабанда, холдинг. А что она дает мне? Отмычка. У меня есть, не вас, у меня даже есть C4. Нифига себе! C4 твоим ростом. Что такое? Это законно? Так. Роб Клим. А, сюда надо веревку, смотри. Опа. Веревку поставил, и все, и мы свалим отсюда, понял? Давай, давай. Нифига себе, ты легко так все? А что, так можно было? Ага, давай спускаемся, Димас. Так, нас чел уже ждет. О, левел дали! Нифига себе самолет! Смотри, чувак вызвал самолет, давай садимся. Сейчас. Пассажир. Класс! И не надо взлетать. Все, шасси запрятали, летим. Супергероев, конечно, классно играть, но тут тоже офигеть. Сейчас нам надо найти пушечки и пойдем играть. Магазин, да, надо нам? Видим, да. Не, сначала нам пушки нужны, не вас. Я надеюсь, челик уже прошаренный, у него 42 уровень. Это Кэт Макс. Да? Или нет? Не знаю. Я тоже не знаю. Я думаю, нас правильно сейчас ведет к оружию. Летим хорошо, мне нравится. Потому что у меня из оружия только C4. А он не туда летит, он летит на чертово колесо. Мне кажется, он правильно все-таки летит. Нет, оружие справа. Он на базу летит, эту нашу. Помнишь, мы которые ее обстреливали еще все время? Че, выпрыгиваем тут? А что, так тоже можно было? Офигенно. Тут музыка все равно играет. Кончено это. Да? Но Дудунькина. А, блин, музычка, надо выключить ее. Так, Димас, вот оружейная. Сейчас тоже пока выключу, потом включим. Потому что напрягает. Да, правильно. Это что, все бесплатно? Ага. Да ладно. Ага. РП не бесплатная, кстати. РПГ не бесплатная, а граната бесплатная. Так, ножик хочу взять. Все, Димас, я в полон вооружении. Ого, у меня сколько всего оружия. У меня есть калаш. Да, крутой калашик. Перезаряжаемся. Патроны бесконечные, да, отлично. Мне нравится, как он его носит, Димас. Ого. Он его так носит, как будто просто осматривает, знаешь, такое оружие. О, круто. Ого, вот ты смотри, в этом режиме дырки от пули остаются. Что? Да, четко. У меня ножик. Спас есть. Возьмите, Димас, дробовичок спас. Не, я лучше буду этот. Я взял его уже. Не, я буду калашом стрелять. Ты что? Ножичком. Ты мне жизни тратишь, алло. А, нет. Да нет, ты мне показалось. Вот это мы мужики. Вот это мы крутые, ребята. Сейчас мы... Обстрел говнюка. Давай гранату сейчас с него кину, Димас. А у тебя есть? Гранату. Бобер. Ого! Офигеть! Ты видел, Димас, его как расплющило? Его убило? Да. Вот это круто. Так, Димас, садимся. Так мы вообще крутецкие, ребята. Сейчас мы так все ограбим. Опа, весь... кто-то приехал. Это не полисмены? Не, наши братова. Красный. А, столб. А, так тоже что ли можно было? Да что тут все можно? Можно даже на самолете ездить по дороге. Это очень странно смотрится. Может, то, что пинг немножко так кажется, не? Он нас ведет куда-то грабить, давай музычку включим. О, да, точно, забыл. Надо же сейчас будем полицию все слушать. Так, где тут звуки? Он нас, кстати, повез. А, он нас к это ограблению повез. Летим. Так кто? Он вообще шарит, он молодец. Он все знает, куда нас надо везти. Наш личный шофер. Сигналка видел на вертике, норм? Да. Что-то темно, как у негра. Я на парашюте видел? Нормально приземлился. О, давай парашют как вниз. Труханы какие-то. Ага. А что надо делать? Я думал, надо через вход. Походу не через вход надо, а через... О,
Кукареку. А может надо через верх как-то залезать? Ну, давай попробуем. Посмотрим. Блин. Я немножко кривой. Бывает, анимация так сработала. Ты на shift нажимай, быстрее будешь ползти. Понял. О, видишь, какой ты быстрый. Может через крышу? Да-да-да, я тоже хочу через крышу. Чё-то не, пацаны, надо бомбы, может, кидать. А, давай гранату кинем, у меня есть гранаты. Давай. Нет. Ну, жестко бахнуло. Блин, от такого взрыва должна вообще крыша отлететь. Да, ну да, это еще и стекло при том. Ага. Чё-то мы не знаем, как грабить. А может надо какое-то время подождать, как в джейлбрейке? Чё, может в другое место, да? О, сигналка сработала. А, это самолет. Да. А, это самолет подбили мы. Чё, слазим или что мы делаем? Не-не-не. Кстати, смотри, там походу челики какие-то бродят. Я хочу копов замочить. А, супергерой, Димас. Мочим, мочим, я на ход стреляю. Димас, помнишь, мы за супергероев? Да, теперь мы их будем мочить. Ага. А пули, мне кажется, не долетают. Не, мне кажется, долетают, просто мы кривые. Да не, даже не рядышком, если попадаем, то норм. Он думает, нифига себе обстрел. Видишь, разбор. Жестко валим лодку его. По лодке точно попадем, я уверен. Мы ему, походу, лодку сломали. Что-то, мне кажется, далековато. Нормально, гасим, гасим, супергерой. Она офигевает. Да, нормально, бывает и хуже. Мне кажется, пули не долетают, вот в чем смысл. Мы его уже убили, ты че столько стрелять? Ну да, да, мне кажется, уже бесполезно. Так, давай еще одну гранату запущу. На всякий случай. Ого. Короче, садимся в самолёк. В самолёк. А может, вниз спустимся? Так, ладно, на пассажирку сяду. Или вниз спускаемся, давай. Да не, давай, может, другое место? А, Димон! Что за говно? Что так? Как так? А я выжил? Ну? Ну, блин, это вообще читер. А может, тут не тратится жизнь с большой высоты? О, чё, блин, я вылез? Мне не нравится, он какой-то глюченный. Пойдем, Димас, пешочком. Давай прогуляемся по городу просто. Да. Может, тачку ограбим чью-то? Патрулируем, так сказать. Так. Ну, что эта штука не открывается? Мы просто не знаем, как. Блин, странные вещи тут появятся. Так, может, пойдем все-таки на тачку сядем и поедем? Давай. О, кстати, тут тачки вроде как можно вызывать. Да-да-да, Дима, давай этот... Спаван. Вот, я себе тачку возьму. О, норм. Все, давай. Погнали. Драйвовый челик я. Надо будет еще где-то ее апгрейдить. Во. Тут апгрейд есть тоже тачек? Да-да-да. Я вон вижу слева, что это какой-то гаечный ключ. Сейчас. Видел, Димас? Столбы сбиваются. GTA 5. Нет. Да-да-да, сбиваются. О, норм. Вообще. Мне еще к спиду за то, что я так катаюсь. Че, куда? Тю, я думал, это копы хотят получить. Так, вот мастерская. А, о, это магазин, так... ничего себе здесь. О, давай заценим газ. Давай посмотрим. 2,5 миллиона, 500 тысяч. Ого, вы загоняете, ребят. А есть что-нибудь за 5600 у них, не? Меня вас тоже так интересует, есть ли такой этот дорого. Ничего нету, да? Сильно дорого. Очень дорогие тачки. Вот, походу, мастерская с другой стороны, Димас. Садись. Я колеса пробил нашей тачки случайно. А чё не заводится? У вас чё, реально колеса? А, не-не-не, поремонтировалось. Да. Странная так, игра. Вот с этой стороны мастерская. Ага, вижу боксы. О, скины, можно... Digital. А турбонитро ускоритель? Вот сейчас, сейчас найдем такой. Так. Кэтмакс танцует. Андер, нет такого. Блин, ну чтобы хотя бы второй движок. Что за баг? А что случилось? А я оказался в каком-то забагонном месте. Я, получается, под вами? Над вами? Над нами все-таки, над нами, Димас. Ой, я слышал, вы выезжаете. Да, что да, за да. Жопа? А что с тобой делать тогда? А я тебя вижу, твои ножки. Блин. Два раза чаптер тогда, что делать? Да, что-то странное получается. Ну, не а все как... продумано до конца, но ничего, бывает кильнуться и хуже. Можешь? Да.
У меня пекаль остался, нор. А, я возле оружия, пацаны. А, на базе на наш. Да. А, ну все, мы тогда сейчас выехали. О. У нас вертики можно брать, я увидел там вертолет. У меня УЗИ есть и граната теперь тоже. Хорошо. Опа-на. Тут этот. Чё там? Мы убили супергероя. Так, короче, хотел... давай я выхожу отсюда. Тут музыка опять играет, лыжная. Давай. Я сейчас тебя пойду попробую поискать. Я где-то примерно знаю, где ты находишься. Угу, давай-давай-давай, я тут с тачкой скажусь. Я немножко так покрасил тачку свою. Так, я на тачке пока поезжу. Давай. Давай где-то встретимся в середине города. Давай я встречаюсь... Давай возле этого. О, ювелирный грабят, поехали. К ювелирному? Да, видишь, грабят его. Помогаем. Давай, я еду. Сейчас как раз там копов погасим. Ну... Блин, это шикардон. Я могу выглядывать и стрелять, вообще сила. А я могу... А, кстати, я могу ехать и стрелять еще из тачки. Ну, такая же фишка. Это вообще убийственно. Так, все, Димас, я уже внутри. А, нет, не могу зайти, прикинь. А чё, а как тогда? Надо наверх, Димас, иди сюда, надо прям наверх залезть и сверху надо залезать. Так. Давай полез, чувак, полез. С калашом норм. Все, Димас, я внутри. А как ты попал? Через крышу? Да, Димас. О-о-о-о. Смотри. Ой-ой-ой, ребята. Это сила. Короче, выбирай из рук оружие и нажимай на левую кнопку мыши, руками бей. Понял. Понял? Да. Вот с этой стороны стекла, видишь, ломай. Во! Вот, ломай, Димас. А чем мы тут оказались? А не, мы уже типа ограбили, нам надо валить и сдавать. Все. Так. Я сел. Едем. Тачку. Так, тогда давай. Я калаш взял. Тачка, заводись. Копов нет. Офигеть, так. Мы сейчас бабок поднимем, что ли? Ага. А куда выехать-то? А, красная точка, вон светится. Видишь, такая эта стрелочка вниз красная, туда. Нормально, летим. Пальму сбил. Димас, отстреливайся, что там будет. Да, я целюсь со всей силы. Конечно, не знаю, как это, но я стараюсь. Короче, на кону что ли 500 баксов? Чё так мало? А у меня 1500 на кону. Блин, я не успел набить. Ну буду, короче, стараться в следующий раз. Это первое ограбление, нормально. Да, но оно такое должно быть. Ну. Димочек, мы красавчики, мы это сделали. Ребята, первое ограбление. Ставьте лайкосик, у нас получилось. Давай. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.